Густой смог окутал столицу. За пеленой дыма едва видны административные здания и дома. Судя по данным портала Aircas, уровень загрязнения воздуха как на левом, так и на правом берегах Нур-Султана превышает норму. Поэтому сегодня не самое лучшее время для прогулок на улице. По прогнозам синоптиков, первые дни следующей недели скорость ветра не будет превышать 4 метров в секунду. Жителям, возможно, придется набраться терпения. Дышать тяжело. Домой заходишь весь пропитанный смогом. И вообще-то вредно для здоровья. Ветра нету, когда, то получается, смог есть. Ну, не особо мешает. В принципе, жить можно. У нас есть такие города, как Павлодар и Алма-Ата. Я думаю, там смог намного больше проблем возникает. Конечно, мешает. Вот на правом берегу там же вообще много частных домов. Там очень большой смог. Как будто его дельца нет, а так вообще, конечно, это плохо, что смога много.